Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Светлану, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверяет ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо, и я даю команду. На счет три сканер начинает сканировать пространство над головой Светланы, под ногами, сканирует все семь тонких тел Светланы, находит все. Знаешь, эта голограмма, она как примотана к ней. Бери ее в клетку. И отправляю голограмму в клетку-тюрьму. Там вокруг нее разматывается, как выпускает ее на свободу. Как ребенок запеленали ее этой сверху голограмму. Хорошо, посмотрим, кто это сделал. Сканер работает, находит все и всех. Рахну, это вышел с головы у нее. Голограмма, она больше на магию похожа. Сейчас посмотрим дальше. Бес у нее. Инкуб. Саламандр у нее. С этими мы встречались уже. Огненный саламандр. Нет, он зеленый. Зеленой чакры. Хорошо, зеленый. Есть еще кто-то? Все. Хорошо. Значит, у нас арахноид, голограмма бес, инкуб, саламандр. Зеленый. Я даю команду, значит, ряд голограммы. Выстраивается канал ко всем ответственным. Один, два, три. И я их притягиваю силами. Его, наверное, в клетку, тюрьму. У меня почему-то назад Светлане канал возвращается. Это как понять? Защита, которую она себе ставит. Это ее голограмма? Хорошо, сделаем так. И ставим возле маячок, возле голограммы зеленый-красный. Если это голограмма, сгенерированная, сделанная самой Светланой, на счет три, они загораются оба зеленым цветом. Один, два, три. Да, будет так. Зеленый. Голограмма зеленая. Голограмма зеленая. Светлана, вы в курсе этой голограммы? Она говорит, но я много чем пыталась защититься и много кого просила. Понятно, но это просто кошмар какой-то. Привязанная голограмма вокруг себя. Знаешь, как лента вот заматывается с ног до головы и да. Заканчивается вот этой голограммой. Какой смысл, я не понимаю. Ну, это и защита так выглядит. От кого? От беса или от арахноида? Бес тебе страшно, эта защита? Он смеется. А тебе арахноид? Вообще не понимает, о чем. Ладно, хорошо, мы сами не совсем все понимаем. Я единственное, что понимаю, что это что-то находится в биополе, что не должно находиться. Защита не снаружи ставится, а изнутри Светлана. Хорошо. Так, бес, скажи мне, есть лярвы на голове? Не на голове, на биополе Светланы? Есть. Хорошо. Ты со мной сегодня кооперируешь, отвечаешь на вопросы, и потом я тебе в конце сеанса, когда ты будешь все снимать, отдам эти лярвы, можешь с собой забрать. Хорошо. Арахноид, как долго ты находишься в этом биополе? 2 года находится. 2 года. Считай информацию, как долго эта голограмма существует уже. В общем-то, какая-то вот защита ее, голограмма, да, как ее назвать, которая скапливалась, она постоянно от кого-то защищается. От кого она защищается? Вот все, кто есть, это только в этой клетке находится. От кого? Кто тогда нападает? Мы проверим, конечно, на магию. Она говорит, что постоянно мне упадок сил сосет энергию кто-то. Но это может быть в квартире. И беспокойство у меня. Я просила многих сделать мне защиту. Обращалась к разным. Светлана, вам... Вы понимаете, и делала сама. Уже в вашем ответе уже ошибка находится. Я просила кого-то сделать защиту. Такого нет. Такого не существует. Если вам кто-то говорит, приди, я тебе сделаю защиту, это не так. Мы активируем, когда мы выставляем защиту, мы активируем вашу защиту. Мы не можем вам свою защиту поставить. То есть она находится на вашей чистоте. Вы должны изнутри ее выставлять. Этот процесс я вам сегодня в процессе работы покажу. Хорошо, давайте переходим тогда к следующему этапу. Это называется чистка биополя, реверс энергии. И сейчас я даю команду тонкой копии Светланы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную и патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной
природные патогены, низкая вибрационная энергия, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ, пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Светлане. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Пес, как долго ты находился в этом биополе? Последние 5 лет балуюсь. 5 лет. Скажи мне, ты в квартире зашел или где-то в другом месте? В квартире зашел. Там портал есть, конечно. Хорошо, я спрашиваю тогда, у кого из присутствующих что-то есть в квартире? Арахноид, у тебя что-то осталось в этой квартире? Другие там. Хорошо, буду с ними разбираться. Хорошо. Инкуба кто привел? Ты без? Я привел. Хорошо. Как долго инкуб находится? 6 месяцев. И саламандр зеленый. А как ты здесь оказался, саламандр? В этой веселой компании. Через эгрегор пришел. Вот как? А ну расскажи мне, вот это интересно, через эгрегор. Это кто такой эгрегор? Как он называется? Как мне себе его представить, чтобы это... От души молилась. Вибрации жалостные были. Просил у кого-то что-то, да? Жалость была, пожалел я. А почему ты пожалел, я не понял. Она же не к тебе обращалась. Она обращалась к своему Творцу. Частичка ее души живет в этом, в ее биополе, в ее теле. На жалость реагировал по вибрациям. Я не понимаю сейчас, что ты мне рассказываешь. Она у кого-то что-то просила, какая жалость? Причем здесь жалость? Или она жаловалась кому-то? Или как это понять? Жалость была в ее просьбе. Эти вибрации меня и задели. Хорошо, как это можно... то, на что я зашел. Хорошо, почему, как она могла избежать твоей подключки в этой конкретной ситуации? Что ей нужно было сделать, чтобы ты не подключился? Даже не знаю, с чего начать. Я бы не подключился, если бы видел хоть малейшую осознанность. Хорошо. Изнутри. Хорошее начало. То есть осознанности там нет. Это все, раз. Что здесь есть, это ожидание чего-то со стороны. Чудо. И поиск виновных со стороны. И отсутствие желания взять ответственность за свои энергии, в свои руки и за свою жизнь. Не так ли? Я так далеко не копал. Хорошо, Саламандр, этого достаточно. Я благодарю тебя за этот ответ. Хорошо, всем зачтется. Итак, поехали. Как у нас с реверсом? Закончился? Закончен. Устанавливали фильтры золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Светлана забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная. Чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Светлана себе обратно. Она хозяйка своих энергий и возвращает все свое себе обратно. Саламандр, а сколько ты находился, ты мне не сказал, в этом биополе? 7 месяцев. 7 месяцев, понятно. По вашему календарю. Все понятно. Не, ну эта голограмма меня реально сегодня в ступор вела. Наверное, она кого-то попросила ей что-то сделать. Ты знаешь, она как полный рост человека-кукла, да? Полный рост, набитая всеми вот ее вот этой же жалостью, претензиями, какими-то просьбами. Она полностью набитая вот какими-то ее, как ее копией, что ли. Но вот, тем не менее, тонкая копия отдельно. А вот это все, что отдельно ложное какое-то вот. Ну откуда оно взялось? Про ее эмоции, ее желание, ее жалость. Кто ее мог это установить? Ладно, кроме хорошо. Нее? Реверс закончился. Хорошо. Так, тогда приступаем к следующей процедуре. Я прошу Саламандра выйти, вытащить все, что она ставила в биополе, всю свою энергию, всю свою жидкость, если таковая есть, и вернуться в клетку, доложить о готовности к проверке. Вишудха и... сердечная чакра он занимал. Угу. Но само место у него было в сердечной чакре. Все снял он. Хорошо, инкуб, выходишь, снимая все свои ленточки, ошейники, все, что ты там оставил, и докладывая готовности к проверке. Что он снимает, Вера? Что-то у него так много. У него какие-то черные круги установлены внизу живота.
Инкуб, а что это за конструкция такая огромная за полгода? Энергию собирал. А почему так много установил, я этого не понимаю. Ты что, твоих ленточек не хватило? Что это за круги такие? Пугал он ее. Пугал. Внезапный страх был у нее. Хорошо, ты был ответственен за внезапный страх, да, я так понимаю? Причем день и ночь. Это ты ей диктовал эти мысли, вот эти страшные, что там на нее покушения какие-то идут, атаки или что там такого плана? Или это тебя не касается? Нет, это еще до меня было. А кто за эти это атаки ответственные? И я только собирал эту энергию. Я понимаю, а кто за них ответственен за эти атаки, о которых я говорил? Это в квартире находится? Или кто это из вас кто-то? Или кто-то был? Как мне это понять? В квартире есть влияние. Хорошо. Снимай все. Возвращайся в клетку. Идем дальше. Он снял. Хорошо. Так, у нас арахноид выходит сейчас. Собирает всю свою паутину, все, что он оставил в ее биополе, всю свою жидкость. И возвращается в клетку, докладывает о готовности к проверке. Беса лярв много у нее? 3 лярвы. Скажи мне, вот этот случай меня он все же интересует. Кто был ответственный? Я же тебя вознагражу сегодня за это, за ответы. Кто был ответственен за вот эти атаки, которые она постоянно от них, по ее словам, отбивалась по ночам? Есть кто-то из ответственных? Он говорит, да тут все ответственные. Посмотри на арахноида. Он там кашу варил в голове. Этот умеет. И сидел он 2 года. Понятно. Я просто думал, есть какая-то магия. Если бы она была, по идее, ты мог бы ее видеть или слышать о ней. Воздействие какое-то магическое. Но это будем проверять. Хорошо. Он говорит, что мужика не поделили. Часто у вас такое бывает. Арахноид снял. Не совсем понял, о чем он, но хорошо. Давай, бес, выходи. Собирай, снимай все, что ты оставил сначала в ее биополе. А, он имел в виду какое-то магическое воздействие от какой-то женщины, с которой не поделили мужчину? Видимо, да. Он говорит, что часто вы обращаетесь к нам за этим. Он имеет в виду нижние. Все эти привороты делаются через нижние вибрации. А мы-то знаем. Но дело в том, что люди просто не понимают, что заключив контракт на просьбу с темным миром, они подписывают этот контракт. И условия этого контракта они далеко совсем не знают. И получается вот такая ссора из-за мужчины, кто-то уйдет из-за этого в ваш мир и станет когда-нибудь бесом. Не так ли? Да не просто так. Да. Все снял он. Хорошо, бес, я разрешаю тебе забрать все лярвы. Снимай, ничего не оставляй. У нее низ живота, да. Поясница и голова. Ну там, конечно, арахноид за 2 года наварил каши. Хорошо. Так, и мне еще один вопрос. Бес, скажи мне, ее вроде чистили недавно какие-то гипнологи, какие-то регрессологи. Ты там в курсе был? Я смотрю, ты 5 лет сидишь, все остальные там 2 года, 7 месяцев, 6. Или ты не в курсе? Он говорит, что я выхожу, захожу. А кого там чистили, ты сам видел, какой у нее кокон стоит в виде понятно. Защиты. Ничем не могу помочь. Все понятно, хорошо. А ты, арахноид, видел, когда там чистили 2 года в течение последних 2 лет? По-моему, все вообще не в курсе. Но он показывает. Он сидел и притаился, так и сидел. Все понятно, хорошо, значит, так чистили. Все, поехали дальше. Так, и... Они у нас все забрали. Сейчас я даю команду на рассинхронизацию Светланы с энергиями арахноида, с этой голограммой, с бесом, с инкубом и с энергией саламандра. Значит, 3, 1, 2, 3. Светлана начинает рассинхронизироваться с ними. Готово. Хорошо. Так, рассинхронизацию мы закончили. Я подхожу к Светлане, кладу руки на плечи и помогаю моей энергии сделать импульс высоковибрационного шокового удара. На счет 3 сжечь каналы к интерферентам. 1, 2, 3. Удар. Сжигаются все каналы к интерферентам. Готово. Открывается портал в галактическое ядро. Эти каналы улетают в галактическое ядро на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. Хорошо, будем отпускать. И я сначала сделаю проверку, я даю команду сканеру начать контрольную проверку.
Один, два, три. Он сканирует Светлану, и малейшие частицы уничтожаются на месте. Если что-то крупное было оставлено, загораются ярко-красные маячки. Чисто. Хорошо. Буду отпускать всех. Арахноид готов уходить? Да, готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. Один, два, три. Арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Один, два, три. Хорошо. Бес, готов уходить? Да, готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Бес. Один, два, три. Бес забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Инкуб, готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки. Инкуб уходит на свою частоту. Забирает все, что он с собой принес. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Понятно. Значит, Саламандр, ты хочешь сказать, что вот этот стержень осознанности ты можешь видеть в космосе, когда он там, вернее, когда ты встречаешь человека, ты видишь, есть у него эта осознанность, опасно тебе входить или нет. У этого человека, я как понял, тебе было совсем безопасно входить, потому что, как ты и сказал, осознанности ты это не заметил, правильно? А энергию жалости. Он говорит, что здесь только просьбы. А развитие и понимание, что и зачем внутри, нет. И ты это можешь видеть реально, вот прям вот так смотря на тонкое тело человека? Конечно, я вижу пустоту или стержень. А что ты увидишь у Веры? Посмотри на нее. На подзащиты. Или, а у меня? Другие энергии на защиты. Все понятно, хорошо. К которым я никогда не подойду. Такая защита говорит о том, что вы понимаете, что делаете. Понятно. Все понял. Благодарю тебя за этот развернутый ответ. Все равно я прошу тебя больше тогда не приходить в ее биополе. Я могу на это рассчитывать? Не приду. Хорошо, благодарю тебя. И я даю команду. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Саламандра. Один, два, три. И он забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Не приду, потому что не хочу с тобой пересекаться. Хорошо, меня тоже такой ответ устраивает. Было бы лучше, если бы она это изнутри все сама могла регулировать. Здесь не просить надо, здесь надо быть хозяином жизни. Готово. Хорошо, Верочка, закрывая, печатаю, растворяю. Все, поехали дальше. У нас клетка осталась голограмма там, да? Да. Давай сделаем еще такой канал сейчас в голограмме от Светланы. 1, 2, 3. Если там остались частички энергии ее души, оно все возвращается назад на счет 3. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Нет, а вот в этой голограмме там какое-то все патогенное у нее, что есть, вот оно все там. Все понял. Хорошо. Открывается портал в галактическое ядро, она улетает в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, поехали с чисткой дальше. Переходим на чистоту магическое воздействие. Один, два, три. Если таковое было или есть, оно проявляется. Не знаешь, идут слабые картинки, но магическим воздействием это назвать нельзя. То есть там не было никаких заклинаний, там не было ничего? Там нет, просто... нет, есть и вредность какая-то со стороны. Вредность, хорошо, людей, понятно. Людей не больше. Хорошо, поехали дальше. Чисто. Переходим на чистоту бесплотной подселенцы. Есть подселенец. Да ты что? Отправляем его в клетку-тюрьму. Кто такой? Откуда? Что? Что там вообще? Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Больше на кошку похож. Кошка, ты откуда взялась? Кто ты вообще за сущ такая? Почему-то на кровать показывает. В квартире? Да. Хорошо, куда она переместилась из квартиры? Тебя кто-то послал или ты сам пришел? Или сама пришла? Сама. Понятно. Хорошо. Готов уходить на свою чистоту? Она из квартиры в человека переселилась. Понятно. То есть в этой квартире она жила до этого и как-то переселилась в этого человека через кровать, я понял, да? Да. Понятно. И у тебя что-то есть на твоей чистоте в этой квартире еще? Я здесь. Больше нет ничего. Хорошо. Тебя в низкие миры отпускать или откуда ты пришла?
У тебя имя есть вообще? Название? Как, к какому тебя отнести? Кто ты? Чем ты занимаешься? Какие энергии ты воровала? У меня какая-то остаточная энергия идет, вот, что это не фантом даже, а какая-то боль, что ли, ее осталась. И вот она как фантомная такая ходит. Да что боль, осознанность получила какую-то, что она так рассуждает? Я имею в виду боль животного при смерти, может быть. Ну, давай попробуем. Ты связана, сущность, с кем-то еще? Нет. Хорошо. Буду отпускать тебя на твою чистоту. Это низкая частота, я так понял, да? Да. Хорошо, я открываю внизу портал против часовой стрелки на частоте этой сущности. 1, 2, 3. И она уходит на свою частоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Ничего себе. У меня форма меняется постоянно. Готова. А в кого она меняется-то? В разный круг становится, потом растягивается. Нормально. Кошкой становится, каплей. Пациента мы давно не видели. Хорошо, поехали дальше. Я говорю вслух, и тонкая копия пусть повторяет за мной. Я вызываю все соглашения, контракты, договоры, а также всякого рода дополнениям, соглашениям, контрактам и договорам. 1, 2, 3. Выходят договора. У меня проклятие есть. Проклятие. Прошлой жизни, да. И проклятие выходит и идет в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Так, начинаем выяснять причины проклятия. А договоры остальные есть? Есть. Давай поставим экран и посмотрим причину этого проклятия. 1, 2, 3. Раскручивается в лента времени. Ты на экране видишь события. Пошли мысли формы. Это славянские одежды, 1750 год. Я вижу девушку, которая, ну вот одета у нее платье белое такое, на голове что-то красивый такой головной убор какой-то. Да. Платок только, он как-то сделан в виде шапочки какой-то. И у нее перед ней, как сказать, чан такой железный, полукруглый. Там вода кипит, и вот у нее в руках какие-то как волосы или что-то, и она туда бросает, или как соломки такие, что-то в руках. Он бросает, она туда и говорит, чтобы у тебя руки и ноги отсохли. Причина она показывает. Светлана в прошлой жизни, у нее увела парня, не мужа даже парня, Сеня звали его. Какая-то страна, считай информацию. Это Россия. Хорошо, Россия. Поехали дальше. Западная часть России. Угу. Подмосковные где-то, наверное, города. И эта девушка навела проклятие на Светлану в той жизни. Из-за этого мужчины, правильно я понимаю? Да. Хорошо, она меня слышит сейчас. Как ее зовут? Она не слышит. Хорошо, мы можем притянуть и установить контакт с ней сейчас, к ее высшему я, или к ее копии, фантому, где ее душа сейчас пребывает. Душа воплощена. Хорошо, мы вызываем тогда, выходим на контакт с высшим я, этой женщины, которая произнесла проклятие. Просим ответить нам. Кто вы? Мы приветствуем вас. Мы гипнолог и регрессолог. Мы здесь находимся по той причине, что ваша частичка, находясь в 1750 году, живя в России, навела проклятие на нашу клиентку. Мы хотели сейчас как-то этот вопрос разрешить. Так как душа воплощена по-новому, нам пришлось выйти с вами на контакт. Вы понимаете, о чем мы говорим? Есть такое черное пятно. Как там? В моей прошлой жизни. Как мне обращаться к вам? Какое имя? Как мне вас назвать? Как бы вам хотелось? В той жизни меня звали Серафима, так и зовите. Серафима.
сейчас у нас в комнате диагностики находится Светлана, на которой это проклятие до сих пор находится. И был бы единственный правильный вариант, если бы вы сейчас попросили прощения у Светланы, а Светлана в свою очередь простила вас и попросила у вас прощения за то, что случилось, чтобы это проклятие наконец аннулировать. Это единственный путь. Вы согласны это сделать? Благодарю вас. У меня есть лучшее решение. Пожалуйста. На уровне высшего я могу отменять проклятия, сделанные в моих жизнях. Моей энергии хватает на это. Главное — искренности и намерения. Я отменяю это проклятие, сжигая его, и прошу искреннего прощения за свою частицу у Светланы. Мы благодарим вас, Светлана, обращаемся к вам. Вам сейчас, вас попросили о прощении. Со своей стороны мы просим вас принять это прощение и попросить прощения за то, что вы сделали в прошлой жизни перед Серафимой. Она меня слышит, Светлана? Она слышит, но у нее ответственности мало у самой. Она не помнит это, во-первых. Светлана, было такое в вашей жизни, в прошлой. Вы сейчас должны попросить прощения за то, что вы сделали. Вы увели другого молодого человека, который вам не принадлежал. У вас сейчас попросили прощения за это проклятие. Вы должны простить человека, простить высшее я его, и со своей стороны попросить прощения. Иначе мы ничего сделать не можем. Вообще никто не может ничего. Она говорит, что мне надо многое осознать в своей голове и понять это. Этого не хватит для расторжения контракта и проклятия. Если я что-то сделала неправильно, я прошу всех простить меня. Мы обращаемся к Серафиме. Уважаемая Серафима, живя на земле, безусловно, человек не все помнит, то, что с ним было. Но прошу вас принять эти слова, которые она произнесла. Она тоже попросила прощения у вас. Принимаете вы их? Я принимаю и благодарю за этот сеанс. Мало того, я хочу сказать, что моя частица находится где-то рядом, так как этот кармический узел не пройден. Вот Светлана так. Сама должна подумать и изменить свои отношения. Вот это узел. Чтобы наладить в первую очередь свое здоровье. Получить прощение, простить внутри себя. Вот мы сейчас стали действительно свидетелями настоящего кармического узла, когда судьба в новой жизни свела, уважаемая Серафима, вас и Светлану снова. Я благодарю вас за вашу помощь, за то, что вы сегодня помогли нам и себе, наконец, развязать эту темную страницу, убрать ее из светлой книги. Я желаю вам всего наилучшего. Примите нашу искреннюю благодарность от меня, от Веры и от Светланы, хоть она не осознает до конца. Вот, но она это прочувствует на себе. Она говорит, что в этой жизни они много лет знают друг друга, но идут параллельно, не разрешив проблему и имея обиды, причем затаенные обиды друг на друга. Ой, какой ужас. На что люди теряют свою жизненную энергию и свою жизнь? Это просто кошмар. Хорошо, уважаемая Серафима, в этой ситуации мы больше ничего не можем сделать. Мы благодарим вас еще раз. Примите... Она говорит, и я благодарю, потому что я говорю про свою частичку в том числе. Я понимаю, конечно, это вас касается. Вы о себе говорите практически. Поэтому я просто удивлен, что на вас судьба так свела в этой жизни по-новому, и опять эта ситуация опять неразрешенная. И опять, я не знаю почему, но мне кажется, это ситуация из-за какого-то мужчины. Все повторяется. Благодарю вас. Еще раз, уважаемая Серафима, мы будем заканчивать нашу работу в этом направлении. Благодарю еще раз. Желаю вам наилучшего в вашем развитии, что можно пожелать высшему я, подняться выше уровнем. И вашей частичке всего наилучшего на земле желаю. Искренне благодарю вас. И мы благодарим вас. Рассинхронизируйся, Верочка. Хорошо, убираем экран. Все, мы сейчас закончили
расторжение этого контракта, нам надо расторгнуть все остальные контракты и сжечь все нити к этим контрактам. Светлана, я говорю вслух, а вы повторяете за мной. Внутренней власти моего суверенного я. Все, я свободная душа. И открывается портал в галактическое ядро, и пусть говорит я. Один, два, три. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Ну вот это проклятие, у нее в руки и в ноги вернулись энергии. Отлично. И все контракты и договоры, все свитки улетают в галактическое ядро, аннулированы. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Все, убрали мы это проклятие. Поехали дальше. У меня сейчас энергии прошли по чакрам, по всем. И она говорит, я начинаю вспоминать. Готово. Хорошо, пусть тонкая копия Светланы вспомнит самый счастливый момент жизни и даст нам числовое значение. 600. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Светланы до значения 600 Гц. Пошел подъем. Она говорит, что было и выше, но я не хочу выше, я хочу спокойной радости. Все правильно, хорошо. Готово. Хорошо. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Светлана, мы провели вашу чистку. Сейчас мы вас вернем назад, ваш биоробот. Синхронизируем все энергии. И после этого приступим к чистке вашей квартиры. Как заправляться энергиями в этом видео мы вам показали. Как сбрасывать негатив тоже показали. Прислушайтесь к нашим рекомендациям. Ни с кем не ругайтесь, держите высокие положительные эмоции, каждый день заправляйтесь энергией, поднимайте вибрации. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Светланы в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Идет информация, что для первого шага к саморазвитию ей нужно, ей вернее, поможет манифест. Там очень хорошие слова про то, что она принимает на себя ответственность. Это как раз то, что ей нужно. Хорошо. Начать с себя. Отлично. Наш администратор перешлет ей текст манифеста. И пусть она читает его каждый день. Там действительно стоят те слова. И надо их не просто читать, надо в них верить. Каждую букву, каждое слово. Только так это работает. Готово. Отлично. И отключаясь от Светланы. И перемещаясь к ее входной двери. На счет 3. 1, 2, 3. Ты стоишь перед дверью. Да, я стою. И на счет 3 я одеваю на тебя спицу. Да, есть. Чувствуешь себя комфортно. Хорошо. И входим в квартиру. И на счет 3 я даю команду. Рептилоиды. Грей. Один репт или несколько? Подожди, здесь что-то каша такая в этой клетке. Два грея. Рептилоид. Арахноид. Дракон красный, черт, три воронки, еще кто-то, бес еще. Именно поэтому мы рекомендуем чистить квартиры, чтобы такого зоопарка не было. Итак, под воронками открывается портал в галактическое ядро, 1, 2, 3, и они улетают в галактическое ядро на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Считай цифры над головой беса. 7. Как долго бес находится в этой квартире? Годами живет. Это не 30 ответ. Идет. 30 лет ты живешь в этой квартире. В порталах живу, перехожу. Кто из вас здесь, был... Понятно. Здесь собираю энергию. Кто из вас был ответственный за вот это ощущение, что человека что-то преследует, что его кто-то хочет убить, кто его, на него магию направляет? Кто из вас это делал? Кто сугерировал эти мысли в голову Светлане? Что много на нее... страха давали. Таких что? Намерений не было. Каждый вечер ей шла какая-то, она говорит, она мне говорила, что писала, что каждый вечер ночью она бьется с кем-то, отбивая какие-то атаки. Кто ее ночью атаковал из вас? Черт прыгал по дивану, одеялки есть. Черт, твоя работа? Шарики разбросаны. Понятно, хорошо. 30 лет без, конечно, в квартире я еще не видел. Во всем доме я обитаю. Не только здесь.
Ну, меня интересует только эта квартира, а не весь дом. Это, меня все остальное ты можешь забирать. Меня интересует только ее квартира, поэтому мы сегодня будем здесь все запечатывать, все закрывать, энергиями смертельными для вас заполнять. Поэтому мы сейчас приступаем к следующей процедуре. Бес, выходи, вытаскивай все, что ты оставил в этой квартире, собирай, вернее, все комочки, все одеялки со всех квартир. И как с ним, как все соберешь, возвращайся в клетку и докладывая готовность к проверке. Со всех квартир не могу. Я извиняюсь, с этой квартиры. Хотел сказать, со всех комнат. У него разбросаны по полу, и у него очень много накидок каких-то в квартире. Типа полотенец в ванной. Угу. Все собирает. Много где прикасается человек. Там он и выставляет ловушки свои. Это ловушка. Собрал. Хорошо, черт, выходишь, собираешь все свои одеяла, все свои комочки. Я спрашиваю сразу, и беса, и черта, на жителях этой квартиры есть, на ком-то вы оставили свои носочки? Или какие-то другие частички на животное, если таково есть? Все в квартире. Для этого и развесили полотенце. Я спросил за людей. Нет. Все, хорошо, дальше. Черт, выходишь, собирай все. У него в кухне много. Он любит на холодильнике сидеть. В кухне два портала. Ты видишь их? Да, под окном один, другой под раковиной. Хорошо, и под окном, и под раковиной открываются два портала. Один большой портал, один, два, три. Засасывает туда этот портал вместе с ним. Фантомы этих порталов уходят. Все на переработку, все наночастицы. Закрываем, печатаем, растворяем. Что дальше? Что? Собрал, черт. Хорошо, черт собрал. Красный дракон. Как долго ты находишься в этой квартире? 3 года. Так, какую ты негативную реакцию вызывал своим присутствием в этой квартире? Как оно отражалось на самочувствии? Усталости, страхом иногда. Какой именно страх? Это не ты был ответственен за этот страх нападения на нее, на эти атаки, от которых она ночью... Нет, она чувствовала чужое присутствие, это ее пугало. Понятно, хорошо. То есть она не могла дефинировать, откуда это присутствие идет, да? Догадывалась, что кто-то рядом. Хорошо, нет, но здесь можно и магию при у нее, и проклятие было, поэтому там есть куча других пунктов. Я разбираюсь именно по квартире. Хорошо, красный дракон, давай, выходи, снимай все свои платы, все, что ты установил в этой квартире. И доклады о готовности к проверке. У него на кухне. Угу. И в зале. Хорошо, на кухне и в зале. Снял, готово. Хорошо, арахнует, выходишь, снимаешь всю свою паутину, если есть наследство, все собирай. Возвращайся в клетку и потом докладываешь о готовности. Как долго ты, Арахноид, находился в этой квартире? Давно потомство выводит он здесь. Сколько давно? Мне надо годы наши человеческие. Цифру назови. 8 лет, понятно, хорошо. Через потолок пришел. И рептилоид с Грэйми, как долго вы находитесь в этой квартире? 4 года находится. Понятно, хорошо. Арахноид собрал. Хорошо. Так, рептилоид, дай команду Грэйм выйти, чтобы они собрали все, что они оставили, и доложи о готовности к проверке. Приступай. Спальня у них. Что там? Трубы, круг. Здесь икон много. Да. Они вокруг икон. Шар есть? Есть, да. А, вот собирали, значит, энергию с эгрегора, да? Намоленные иконы. Коридор. Сняли. Хорошо. Пусть забирает все. Первый раз я разрешаю забирать. Обычно я сжигаю эти шары, как и готово. Все оборудование. Хорошо. Так, все, мы здесь закончили. По порталам мы с бесом потом разберемся, будем отпускать. Так, рептилоид. Поднимись, Верочка, над квартирой, просканируй ее ручным сканером, Плеяд. Посмотри, пожалуйста, если что-то осталось. Загорается ярко-красными маячками. Приступай. Порталы остались. Нам бес покажет порталы сейчас. Мы всех отпустим, а он нам покажет. Остальное собрали. Хорошо. Рептилоид с Грэйми готовы уходить? Готовы. Открывается наверху 2 портала. Один на чистоте рептилоидов, один на чистоте Грэев. 1, 2, 3. Грэй уходит в свой портал, рептилоид уходит в свой портал. Забирает все, что они с собой принесли. Забывает дорогу назад, больше не возвращается. Закрывай, печатай, растворяй. Арахноид готов уходить?
Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Арахноид забирает все свое потомство, все, что принес, и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо, красный дракон, больше в эту квартиру не приходишь. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. 1, 2, 3. Он забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Черт, готов уходить? Готов уходить. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте черта. Черт забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо, бес, давай показывай порталы. Я соберу еще весь негатив в этой квартире, отдам тебе в дорогу. Приступай. Ванный портал. Ванный. Хорошо, под ванной? Да. И пол. Под ванной. Пол, я вижу. Хорошо, и под ванной открывается по всему периметру пола портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И засасывает туда этот портал, уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Пошли дальше. Кухню убрали. Да. Два портала. Зал. В зале, где в зале? Здесь как мебель, шкаф, как стенка. Угу. Портал. Хорошо. Видишь его? Да. И по всему периметру внизу открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И засасывает туда этот портал. Он уходит на переработку вместе с ним. Фантом портала. И все наночастицы портала. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Пошли дальше. Пока 4 портала. И 3 воронки было. Что там? Здесь... спальник, как шкаф, что ли. Вот за ним стена. Хорошо. Внизу по всему периметру этой стены открывается портал в галактическое ядро. Засасывает туда этот, в эту воронку этот портал. Вместе с ним уходит фантом этого портала. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Пошли дальше. 5 порталов, 3 воронки. Подожди, еще одна стена, тоже портал. Видишь ее? Да. Где она находится? На спальне. И по всему периметру этой стены внизу открывается портал в галактическое ядро. И засасывает туда этот портал вместе с ним. Фантом портала уходит, все наночастицы портала. Все на переработку в чистую первичную энергию уносится. Готов. Бес, я не пойму, здесь как проходной двор. Чего так много? 6 порталов, 3 воронки. Говорят, что старые дома все такие закончили. Хорошо. Так, идем к клетке. Клетка у нас пустая сейчас, да? Да. И под клеткой открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Клетка улетает в галактическое ядро на переработку, закрывая, печатая, растворяя. И я даю команду на счет 3. И когда 100% энергии негативной будет собрано в этой квартире, шар останавливается. Здесь какая-то энергия еще есть. Какая-то застаревшая. Много вещей старых. Старых. Угу. Значит, надо избавиться от старых вещей. Назови ее тоже. Что? Она выходит. И вся старая энергия, застоявшаяся энергия в этой квартире, она тоже притягивается в этот шар. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Все выходит. Она как выползает из всех углов этой энергии. Готова? Хорошо. Большой шар? Большой. Бес, забираешь? Забирает. Отправляю бесу. Все, да? Да. Хорошо, бес, мы закончили. Будем тебя сейчас отпускать на твою чистоту. В эту квартиру ты больше не зайдешь. Мы будем все здесь закрывать и опечатать, поэтому обходи ее стороной. Мы договорились, да? Договорились. Он когда эту энергию поглотил, да. На нем пошла, ну, вот как информация от него, что он прочувствовал всех, от кого эта энергия. Угу. Вот как. Хорошо. Готов уходить. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. 1, 2, 3. И бес уходит на свою чистоту. Забирает все, что он с собой принес. Забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя. Ставя огненную пентаграмму. Готов. Хорошо. И я даю команду на счет 3. Хорошо. Мы здесь закончили. Да. И на счет 3 переносимся к входной двери. 1, 2, 3. И отключайся от квартиры и переносись в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Я на месте.
Thank you.